точно куплю, пока денег нет. Мне и тогда это говорил. Алло. Все, я приеду. Жан, мне надо бежать, я тебе позвоню. Что там насчет работы? Да там сказали, что резюме не подходит. Казахский родной, русский пишется с двумя «с», английский красивый язык. Брат, ты тупой что ли? Кто так резюме пишет? Да, поставь. Что там насчет темы? Короче, тут есть один бажик. Угу. Нормальные деньги можно вывести. В смысле, ограбление что ли? У меня есть четкий план, брат. Как раз своя девушка, айфон купишь. Ладно, давай посмотрим. Чё сидим? Пошли. Брат, пока рано. Какие ты голод? Где твоя маска? Вот. Посвети. Чем? Фонариком тупой. Сам ты тупой. Откуда у меня фонарь? Ты что, не взял, что ли? Конечно, не взял. Картину или что ли? Суткой свети. Сейчас, пойдем. Ты что, в глаз сюда свети? Кофе или чай?